Сегодня у нас наше ежегодное, да, мы каждый год проводим, это вот прям самое главное мероприятие от федеральной сети салонов «Кенгуру», в частности, это в городе Хабаровске у нас, это наша новогодняя елка. А в этом году наше мероприятие называется «Морозный баттл». Это наша любимая компания «Кенгуру» собрала всех своих друзей для того, чтобы мы вместе встретили Новый год. Я считаю, что это главная елка в нашем городе. Сегодня наш любимый магазин «Кенгуру» устраивает для наших любимых деток своих клиентов. Как обычно, хороший праздник. Елка от «Кенгуру» – это всегда такое мероприятие, прям вот вверх в феерии современной настоящей детской елки. Ходим не первый год, нам очень нравится. И плюс праздники такие, они просто добавляют положительные эмоции. Мне нравится елка. Лучше бы не каждый год, а каждый месяц. В этом году мы еще больше сделали упор на том, чтобы весь этот новогодний праздник понравился всем, и взрослым, мамам, и папам, ну и детям, безусловно. Объединяются взрослые и дети в едином порыве. Это такой семейный призыв, что очень важно, мне кажется. Семейные ценности сейчас, это самое главное. Как обычно, организация супер, на высшем уровне. Замечательная праздничная атмосфера, очень много разных мастер-классов для детей. Crazy kind of spectacle, but I wouldn't miss it. Girl, crank up some of old Preston Christmas songs. Everybody sing it. Ребята, всех поздравляю с Новым годом, чтобы обязательно сбылось именно то заветное, о чем мечтает каждый человек, именно вы. Пусть все сбудется.